Привет-привет, с вами Бодя, и это школьная игра в кальмара, видосик от Стартунс. Стартунс, здравствуйте, добрый вечер, добрый день, да. Спустя 1000 лет мы наконец здесь. Стартунс, надеюсь, напишите, могу у вас появиться, не могу. Ну, короче, как вам будет удобно. Так что я наконец вошел в график, у меня наконец-таки все отлично, все нормально. Восстановились, так сказать, и канал тоже восстановили от взлома. Поэтому, ребята, если что, подписываемся на нас с вами, на Стартунс, конечно же, включаем уведомления, колокольчики. Вот. Погнали! В 19:00 по Москве сегодня стрим. Так. Кажется, эта ночь будет долгой. Ну да, я тоже об этом задумался так-то. Незадолго до этого. Так, ну погнали, чё. Фу, наконец-то последний урок. Мучение подходит к концу. Ага, впереди выходные. Что ты сказал, Глент? К доске хочешь? Домой он хочет. Ты чё меня палишь, задрот? Прошу прощения, надо ответить. Да? Кто это? Что? Как? Я сейчас буду. Мне срочно нужно уехать. ЧП дома. А вы сидите до конца урока. Решайте задачи на 76-й странице учебника. Завтра проверю. Так, интересно. Ну чё, парни, пора домой? Погнали! Не знаю, я честно скажу, всегда найдется человек в классе, который так скажет. Погнали! Тебе сказали сидеть тут и решать примеры. Вот Шкобяков, молчи, господи. Ты сиди. А тебя, стукач, вообще не спрашивали. Захочу, вот и уйду. Вот, и найдется один стукач. Да. Глент, давай немного посидим для виду. Вдруг она вернется. Ну окей. Вот, кстати, это правильно было. Ну хотя бы минут 10 сидеть, не больше, да, вот. Ну все, я насиделся. Пора сваливать. Ладно, пошли. Фу. Чего? Это чё за фигня? Минерва нас заперла, что ли? Так тебе и надо. Эй, вы! Тут школа, а не тюрьма! Пустите нас домой! Интересно. Может, это, тупо выбить дверь? Чтобы опять наших родителей вызвали? Нет уж. А что тогда делать? Посидим, подождем. Скоро кто-нибудь откроет. Надеюсь, блин, что скоро. Интересно, как обыграет игру в кальмара? Блин, я хочу участвовать в этом. Стартунс, я хочу, реально, мне интересно. Я всегда за любой движ, вы знаете. Уже несколько часов прошло. Про нас забыли, понимаете? Давайте дверь вышибать. А может в окно прыгнуть? Со второго этажа? Для Кобякова это в прошлый раз переломом закончилось. Нельзя. Ничего, так. Я как Человек-паук приземлюсь. Наверное, уже пора и правда дверь пытаться выбить. На счет три. Раз, два, три. Ничего себе. Пройдемте со мной. Чего? Ты кто вообще? Мы все расскажем на месте. Идем. Пошли, узнаем хоть что тут происходит. Кобяков сразу уже в шоке. Кобяков уже боится. Не, ну мне бы тоже было не по себе. Алишер, что происходит? Я вообще без понятия. Нас заперли в классе, потом заставили прийти сюда и надеть эти дурацкие костюмы. Это что, какие-то спортивные соревнования, что ли, будут? Очень странные соревнования. Эй, вы уроды! Вы что нас тут собрали? Еще в своих дурацких детских костюмчиках стоите! Так. Вы отобраны для участия в играх. Я ни на что не отбирался. Мы сами вас выбрали. Эй, какого фига? Не беспокойтесь.
Победителя игры ждет крупный денежный приз. О! Ну вот. Блин, я прям в напряжении смотрю, мне прям интересно. Тогда реально. Нормально. Потому что задумки, Стартунс, делаете вы задумки офигенные. Поэтому мне вот интересно, как вы сегодня обыграете вот это. Сразу бы с этого начали. Надевайте форму участников и приступим. Первая игра называется «Штрафной бросок». В следующий раунд проходят... Ой, молодцы! Молодцы! Они решили сделать по-своему. Наконец-то! Те, кто попадет с линии в кольцо с первой попытки. О, изи-катка! Ха! Халява! Вот не знаю. Да справимся, Владос! Пошли переодеваться скорее. Мне уже не терпится сыграть. Также, чтобы все участники были в равных условиях, необходимо сдать ваши телефоны на время игры. Вот это уже неприятно. Так. Давай, Алишер! Легче легкого. Вот как надо. А это кто был вообще? Хе-хе-хе, девочки точно отлетят. Чё? Сейчас Джарах не попадет же. Это как вообще? А вы что думали? Девчонки спортом не занимаются. Ну сейчас я вам покажу. Нет, Джарах, ты не покажешь. Лашпед. Твою ж налево. Дайте еще попытку, а? Забирайте его. Что? Куда забираете? Эй, алло! Быстро меня отпустили! Что происходит? Вау! Вы че, офигели? Отойдите, иначе нам придется применить силу. Куда вы его тащите? Это вас не касается. Играйте в игру. Да обойдетесь. Прикол, да? Я так и думал, что у Кобякова глаза на лоб полезут. Просим соблюдать порядок во время игры. Да вы с ума сошли! Сейчас кто-нибудь придет и закончит эти ваши безумные игры! Не беспокойтесь, сейчас вечер пятницы. Я напоминаю, 19:00 по Москве, сегодня сейчас уже будет идти стрим скоро. Понедельника нам никто не помешает. А охранники? С охранниками мы договорились. Ну и уроды. Всем оставшимся участникам игры необходимо вернуться в очередь для броска. Иначе к вам будет применена сила. Какого черта? Давайте, ребят. Следующий игрок. Ваша очередь бросать. Давай, Влад. Ты сможешь. Давай, Владос. Мы справимся. Нам нельзя проигрывать. Хух. Фу. Слава богу. Красава! Теперь моя очередь. Даже я смог, Глент. Ты тем более сможешь. Тихо! А? Хух, господи. Да! Пронесло. Молодец. Молодец. Давай, Егорик, сделай это. Молодец. Давай, 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 Слава. Ты никогда не любил спорт, но сейчас самое время пробудить в себе эту любовь. Давай, не подведи. Твою ж дивизию. О, нет. Да чтоб его! Да прекратите вы это уже! Остался последний участник. Офигеть. Черт возьми. Беда. Дружище, ты сможешь. Кобяков, мы в тебя верим. Кобяков, мы в тебя верим.
Слава богу! Да! Красава! Ой, Кобяков, итак, я не могу стирать. Прошли 10 участников. Поздравляю всех победителей. Теперь мы свободны? Теперь мы начинаем второй раунд. Игра называется «Прятки». Блин, офигенно. Кажется, ночь будет долгой. Офигенно. Это вообще прям... Слава богу, они сделали. Ребята, то, что... если хотите увидеть... То, что я и предполагал, они это сделали. Должение игр... То есть они изменили игры. Короче, молодцы. На выживание, то обязательно ставьте лайк этому ролику и подписывайтесь на наш канал. И тогда мы выпустим новую серию уже на следующей неделе. Вам же интересно, что будет дальше? И мне тоже интересно. Поэтому до встречи на канале StarToons. Короче, видос офигенный. StarToons молодцы. Я даже здесь добавлять нечего. Просто молодцы. Изменили сюжет. Чуть-чуть. Ну да, то есть игры именно. В принципе, сюжет как бы такой же, скорее всего. Но мы не знаем, что с теми произошло. Может быть, все в порядке с ними. Откуда мы знаем? Поэтому пишите в комментариях, как вам. В 19:00 по Москве стрим. С вами был Боди. Спасибо большое за просмотр. StarToons жду от вас. В ВК напишите. И всем пока, ребята.